Только что я закончил запись видео. Размер видео получился 152 гигабайта, и на YouTube его залить не удалось. Я удалил этот видеофайл. Видео длиной 1 час. Продолжаю записывать Factorio. Теперь загружаюсь. Play, load. Новый мир у меня такой. Наиграно 2 часа. Версия 0.17. Игра Factorio — это топ 100 в рейтинге Steam. Сейчас у меня заканчиваются научные исследования на красных бутылках. Вот. Исследования очень простые и очень малозатратные. Поэтому бутылки для этих исследований я сделал все вручную, скрафтил достаточное количество. Не было необходимости автоматизировать такое производство. Я все крафтил сам. Вот сейчас я сделал автоматическое как бы производство красных бутылочек. А, шестеренки надо провести до красных бутылок. Упустил момент. Сейчас шестеренки проведу. А как я это сделаю? Как я это сделаю? Вот так и сделаю. А потом буду смотреть. Моя задача — сделать все компактно. Компактно сделаешь, если компактно сделать, все ставить компактненько, то легче будет защищать территорию от жуков. Потому что нападение жуков будет неистовым скоро. Они будут сужать кольцо. Сейчас посмотрим статистику убийств за 2 часа игры. Сколько я кого убил? За 2 часа игры я убил уже 107 маленьких битеров. 3 маленьких червя и 3 гнезда, 3 спаунера. Один спаунер с битерами и со спитерами. Спитеры плюс кислотой, сволочи, такие опасные. В кислоту лучше не наступать, убивает почти сразу. Так, и я потерял, о, всего лишь одну пушку, что ли? Статистика врет. Я не мог так мало потерять, я больше потерял, мне кажется. Так, это статистика убийств. Я ее вызвал с помощью кнопочки K на клавиатуре. Научные исследования. Скорость стрельбы, оружие, уровень 1. Исследование завершено. Индикатор состояния, справа зелененькая полосочка. Она у нас уже полностью. Стоимость исследования была 100 бутылочек. Сейчас оно закончится. Я жду, когда закончится. Я начну последнее исследование зеленой бутылочки. Вот так. Сигнал поступил. Зеленая. Логистический набор. Научный набор. Логистический научный набор. Ставлю. О, пошло. 75 бутылочек стоит. У меня хватает бутылочек. Сейчас посмотрим. 34. И 64. Ну, 75 это больше, чем 75. Замечательно. Так, тут у меня пистолеты. Так. И потом, что я буду делать, даже не могу придумать уже. Я эти две бутылочки... я эти две научных станции... Я их тут оставлю, пожалуй, на этом месте. Но вот эту я отставлю на... 4 сектора. Я думаю, или на... Нет. Они же... Нет, достаточно между ними инзертер поставить, я вспомнил. Инзертер может же все перебрасывать. И между фабриками, наверное, тоже. Что-то я об этом забыл. Хорошая мысль проверить это. Потом проверю. Это бы упростило. Ну, сейчас я посмотрю, прямо сейчас я посмотрю. Где у меня фабрика еще одна?
Где у меня еще одна фабрика-то? У меня их нет. Сейчас сделаю. Железа нет. Где железо? В сундуке. Раз, два, три, четыре, пять. А, все возьму. Так, построю фабрики. Пяток. Пригодятся. Сейчас я проверю, можно ли, например, железо с фабрики на фабрику перебрасывать. Если можно, ну, хорошо. Сейчас сделаем 5 фабрик. Секундочку, подождем. Все производится по полсекунды. Скорость производства каждой единицы здесь. Очень долго делаются модули производительности 3-го уровня. И самая тяжелая броня тоже очень долго производится, несколько часов. А это все крафтится быстро. Итак, фабрики есть, сейчас я проверю. О, мешает игрок. Так, так, так. Сколько их у меня? Так, инзертеры поставлю. Ну-ка. Так. Shift, правая кнопочка мышки я нажал. И теперь копирую производство. Левая кнопочка мышки и шифтом. Вот. Зелененькая рамочка, это то, откуда я копирую настройки. И вот получается, что все у меня производит шестеренки. Так. Электричество пригодится. Все, все научные исследования красной бутылочки я сделал. Так. А, нет, не транспортирует железо. От фабрики к фабрике железо не транспортирует. А вот так. И так тоже. Не катят. Упрощенная схема, как с научными лабораториями, не прокатывает. Все придется по старинке. Так, разношу. Вот так, инвертер. Вот так. Двух лабораторий пока хватит. Сундук не мешает. И красные бутылочки. Откуда они у меня пойдут? Снизу, сверху? Неважно. Сверху. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот туда вот. Посмотрим, что у нас с наукой. Итак, в перспективе мне нужно сделать... сейчас мне нужно двигаться... А, ну мне нужно открыть все красно-зеленые теперь открытия, исследования завершить. Их много, вот это все. Красно-зеленые исследования. Их все я должен завершить, а бутылок количество несколько тысяч уйдет на это, потому что исследования дорогие. Сотня и больше. Тут сколько? Ну, 100, 200, несколько тысяч уйдет на эти исследования. 250, 300. Ракетное топливо уже можно будет делать. А зачем оно у меня? В поезд его можно засунуть? В локомотив? Да, многозадачное топливо написано. Значит, наверное, можно его засовывать и в поезд. И... Ну, сейчас посмотрю. Где оно? Ракетное топливо. Да, вот. Разгон машин 180%. Это значит, что локомотив будет разгоняться 180% быстрее. Скорость будет выше. Так, итак, следующий этап у меня будет следующее научное исследование. В принципе, не важно, какое делать. Не очень важно. Солнечные, пожалуй, солнечные панели. Да, днем я буду экономить уголь. А угля у меня мало сейчас. А солнечные панельки атакуются в последнюю очередь. Они не загрязняют воздух, а значит жуки на них нападать будут меньше. Их можно дальше ставить от загрязнений. Даже нужно. Да, у меня котик Тим-Тим мяучит. Наверное, слышно. Мяу-мяу, я его поглажу. Тогда солнечные панельки будут у меня... Ой, они дорого стоят. Ну ничего, оно того стоит.
Инзертер. Ставлю. Бутылки пошли. Теперь мне нужны подземные. Вот только немножечко. И я на мази. О, ярлык делаем. Ту-ту-ту. Где у меня станция? Так. Когда я зажимаю кнопочку Shift, появляется картинка привидения такая. Привидение. Вот, что это значит. Просто привидение. Нефункционирующий транспортер. Как он? Конвейер. Нефункционирующий. Но я могу сюда поставить конвейер. Если я ставлю привидение, то строительные роботы будут ставить автоматические строительные конвейеры. Электричество. Ура! Электричество закончилось. Уголь, что ли, закончился? Да не может быть. Я буду в шоке, если там уголь закончился. Ну-ка, схожу за углем. О, не там взял. Полный инвентарь. Отсюда возьму. Отсюда. Чё со мной? А, все, полный. Пойду посмотрю. Полный сундук же был. С углем. Неужели закончился? Быстро расходуется у меня уголь. Да, действительно. Действительно. Пустой сундук. А, чуметь. Вот это да. Ну ладно, поставлю еще один сундук. Что, Тим-Тим? Моего котика зовут, как и меня, Тима. Тимофей. Но его котенок, когда он был котенком, он жил не здесь. Вот так вот. Блин. В сундук не так, нельзя так закинуть. Вот так можно закинуть. Ладно, два сундука на дольше хватит. На полчаса, что ли, хватит? Какая у нас загрузка? Вот полтора... полтора генератора у меня функционирует. Загружены. Так... Гнездо, что ли, уничтожить вот это загрязнение? Посмотрим, касается его? Не касается. Но все равно, ради забавы, я сейчас этим жукам покажу, где раки зимуют. Уже опыт приобрел. Прошлый час я занимался истреблением гнезд. Успешно. О, три гнезда. Так, поближе подберемся, хоть бы они меня не заметили. Так... Сейчас посмотрим, когда они на меня нападать начнут. Ага, нападают. Патроны, патроны, срочно. Ну так. У меня нет ремонтных наборов, я про них забыл. Ой, патронов нету. Пушку поставим. Ну-ка, фокус-покус. Что за звук я слышу? Странные звуки я слышу. Так. У меня проблемы с компьютером, чувствую. Он у меня перегрелся, что ли? Потеряю сейчас. А, кислота! Я в кислоту влез. Ремонтирую, ремонтирую. Вот, пушку надо еще поставить. Сюда и сюда. Ну, всем кранты. Им всем кранты. Ой, я в кислоту влез. Лагает. Ой, вот так. Все. Это гнездо я удалил. Ой, опять в кислоту влез. Разъедает кислота. Не то, что... А, у меня броня еще не очень хорошая.
Я, кстати, сталь переплавляю. 200 слитков стали мне нужно. Дутавры. А где сталь-то? Ой, наверху. Где-то. Сталь где-то наверху. Двести стали мне нужно, чтобы сделать броню улучшенную. Вот здесь сталь. Нету, 142 только единицы. А где еще у меня гнезда есть? О, это далеко. Загрязнение их не касается. О, а, у меня еще... О, нефть появилась. У меня радар функционирует. Радар исследует для меня территорию. Вот угля 523 тысячи. Здесь уголь. Здесь уголь. Ну, железо! Мне больше всего нужно железо, чтобы устроить жукам град из пуль. Град из пуль нужно устроить для жуков. Вот здесь большое гнездо, много гнезд. 4, 5 гнезд я насчитал. Или 6. Ну, мои пушки никого не боятся, если ими правильно управлять. Как это я делаю. Так, красные бутылки-то я автоматизировал. Теперь мне нужны... Угу, зеленые бутылки. А, и ремонтные наборы. Железо дайте мне. А, оно у меня есть. Что же я торможу? 20 штучек хватит. 30. Ставлю теперь фабрики. Ой, это не фабрики же. Тоже квадратные, но не фабрики. Это у меня будут... Это фабрика производства зеленых бутылок. Логистический научный набор. Комплект. Логистический научный комплект. Так, от него в лабораторию пойдет конвейер. Вот туда. Меня лагает, однако. Компьютер, что ли, перегрелся? Ух. Ой. Сундук мешается, ух. Придется убрать. И поставить в другое место. Не буду ставить. Сюда положу. Камни не нужны. Это не нужно. Пистолет не нужен. Где пистолет-то? Пистолет здесь. Не нужен он. Не нужен он. Так, пушки пушки отремонтирую. Поставлю сначала. 3. Не ставится. Ну, ты смотри, вот так надо. Починю. Левая кнопка мышки. Чинит все. Быстро и шумно. Послушаем. Вот так. При сражении с жуками компьютер лагает. Потому что запускает искусственный интеллект жуков. Жуки умно себя ведут, из-за этого компьютер лагает. Потому что он обрабатывает инструкции. Наверное, так и происходит. Конвейер подвел почти. Так, тут одного инвертера достаточно. Инвертеры ведут себя умно. Не нужно ставить 3 инвертера. Достаточно вот так. У меня максимум 7 бутылок научных в лаборатории. Вот 7 гнезд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Когда игру проходишь, можно уже 7 вот эти космические научные комплекты использовать. А раньше нельзя. Итак, зеленые бутылки. Отход я сделал. Отход. Отвод бутылок. А теперь подвести надо ресурсы. Какие ресурсы? Медные пластины, кажется. Нет, не медные пластины. Конвейер. Конвейер и инзертер желтый. Фабрики ставлю.
для конвейера. Для конвейера. Как ее поставить для конвейера? Компактно не получается. Сначала надо подвести железо. А! От конвейера. Вот так. Конвейер пойдет сюда. У нас. А сюда мне нужно шестеренку. Еще. А, шестеренки у меня кто производит? Вот отсюда шестеренки я поведу. Да или нет? Нет, отдельную построю фабрику для этих шестеренок. Так будет правильнее. Потому что конвейер не будет успевать все это транспортировать. Вот отсюда возьму. Так, шестеренка, давай появись. Шестеренка появилась. Отсюда пойдет шестереночка. Отсюда сюда. Так, так. Alt нажму, чтобы все было видно. Вот так. Не запутался ли я? Да нет. Итак, шестеренка есть. Теперь сюда надо подвести железо к шестеренке. Справа заведу железо. Вот отсюда. Ну, пока сундук наполнится, он должен наполниться у меня. О, уже скоро. Теперь мне нужно сделать вот такие штучки, сплиттеры. Раз, два, три. Разветвители. Позволяют, не используя вот этот вот инвертер, распределять между конвейерами ресурсы. Ждать сколько-то. А, недолго. Сейчас я на них ярлычок сделаю. Удобный. О, угля нету. Ну, не надо. В инвентаре угля нету, ну там есть. На майнерах. Мало угля будет, поставлю еще пару майнеров. Будет достаточно. Ставлю ярлычок. Готово. И... ставлю вот этот конвейер. Оп, теперь у меня железо пойдет. Не пойдет. Конвейеров не хватает. На все, пожалуйста. Гулять-то гулять. Не надо еще делать конвейеры, дело нужное. Особенно на этой карте здесь все распределено очень далеко. Подлагивает, чувствую. Вот столько надо конвейеров. Это не слишком много, это нормально. И дерево у меня тоже многовато что-то. Уберу дерево. Куда его убрать? Сюда. А, сюда уберу. Мигают желтые треугольнички. Это значит, что не хватает электричества сюда. Подведу потом столбики электрические. Конвейер жду. Час. Сейчас, сейчас. Пару минут. Тройку. Четыре минуты. Да? Одна минута конвейера, одна минута шестеренки. Две минуты. За 120 конвейеров. Нет, за 240 конвейеров. Сейчас у меня будет сразу 600 конвейеров. 600 единиц. 600 метров конвейеров. А вот внизу ярлычок синенький вот этот означает чертеж. Можно скопировать вот это вот. Скопировал. И потом поставить куда-нибудь вот так. Чертеж называется. И строительные роботы все это поставят автоматически. Либо, если сетевая игра, например, коллеги или игрок сам в одиночной игре может по этому чертежу все поставить, не задумываясь автоматически. Не задумываясь. Ну, как автоматически.
Автоматически значит сильно не думать. Автоматизм. Так, появляются у меня конвейеры. Куда я хотел вести? Это я железо веду. Железо. Вот оно. Вот сюда. Подземный конвейер. Подкопы можно делать, как удобно. Так, этот конвейер удаляю. Инвертер поставлю. Все, железо подошло сюда. Сюда. Куда еще надо железо? Сюда надо железо. Тоже подведем конвейер. Ой. Так, этот камень нам не мешает. Что-то я немножко запутался, но ничего, я распутаюсь. Не впервой. Все. Вот я обеспечил непрерывное производство конвейеров. Теперь нужны инвертеры. Туда же. Электричество проведу теперь уже. Так. Сложно и думать, и говорить. Однако, надо привычку, что ли, иметь. Вот, когда играешь в одиночную игру, легче играется, когда вот молча играешь в одиночестве. Никто не отвлекает. Но поскольку я записываю видео, комментирую все это, приходится мне, как я не привык, говорить еще во время игры одиночной. Непривычно. Сложно. Но это очень интересно, я хочу записывать и комментировать, чтобы, может быть, кто-нибудь еще посмотрел, кроме меня, мои игры. Так, никто не появился. О, исследование показало. Исследование карты показало железо. И нефти немножко. Нет, вполне даже нормально. 4 скважины. Насыщенность. Наполненность скважин в процентах. 395%. 114%. О, еще железо. 79 тысяч. Откроется еще потом. Жду, пока наполнится сундучок с железом. По конвейерам железо пойдет дальше. Скоро-скоро. Или может майнеры добавить железные. Сколько их у меня? Да их немало. Добавлю, что ли? Еще 2. Сильно манячить не надо. Майнер и печку поставлю. А майнеры где? Майнеров нет. Надо взять железо. Опять на то, чтобы майнеры сделать. Ну вот. Железо я все расходую. Я сам крафчу. Все железо расходую на крафт. Да, действительно, майнеров надо. Ну, давайте еще я возьму. 4 майнера поставлю, я так подумал. Печки есть? Печки есть. Майнеры, печки поставлю. Давай, радар, работай. О, топливо закончилось. Значит, оно сейчас везде закончится. Может, мне угля уже не стало, перестало хватать? Сейчас посмотрим. Ой. Хватит. 1300. Сейчас загружу и страчу немножко угля. Загружу печки. Главное ничего не пропустить теперь, раз уж я их загружаю. Ой, загрузил. Это загрузил. Это загрузил. О, мигает. Бензоколонка почему-то мигает. Ну, бензоколонка, топливо. Есть логика в этом. Сколько осталось у меня угля? Ой, полно. Да, кажется, что печки немного расходуют. Но этот уголь у меня закончится скоро. В
вот этот залежи этого угля у меня закончатся через несколько часов игры. Так, мне не писали сообщение? Вроде нет. Так, а сколько я играю по времени? А, не важно, у меня же автозавершение. Сколько хочу, могу играть. Нет, все равно посмотрю. Я играю полчаса. За игрой время летит незаметно, надо сказать. А на чем я остановился-то? А, на фабриках. Фабрики-то я сделал. Так, еще 10 фабрик я сделаю. Эти две поставлю. Это для инзертеров. Инзертеры нужны для зеленых бутылок, напоминаю. Ой, сюда сколько всего много надо. Не проблема. Сначала железо загрузим. Вот так. Ой. Вот так, инзертер поставлю. Инзертер нужно еще мне. Что-то здесь мало осталось. И железо закончилось. А, медь закончилась. Сходить за медью. Потом схожу за медью. А, я же майнеры делал. Вспомнил. Отвлекся вот. Ждал, пока майнеры сделаются, отвлекся. Майнеры сделались. Железа мне не хватает. Поставлю майнеры. И печки. Где-нибудь. Раз майнер. Два майнер. Три майнер. Четыре майнер. Печки поставлю. Ой, да не. Два. Три. Три с половиной. Три с черточкой. Четыре. Углем заполнить? А где мой уголь? Ох, я его весь скинул. Вот не надо было весь скидывать. За ним бегать надо. Четыре, пять, шесть, семь. 7 стеков хватит. Заполню. Раз, раз. Раз, раз. Так, печки есть. Электричество подведу. Ну, эти майнеры работают. Теперь нужно конвейерами довести продукцию. Смогу, нет? Как-то вот так, что ли? Так вот, да. Так. Отсюда сделал. Отсюда теперь. Ой. Пушка. Ой. Сюда. Вот так. Отсюда. Теперь отсюда. Все, обеспечил выход продукции. И это пошло. Сейчас электричество подведу, где не хватает. Вот так. Все, 4. И это. Сейчас электричество сделаем. Не проблема. Где? Где, где? Тут где моргает? Здесь моргает. Все. 4 дополнительных майнера работают. И печки работают. О, пошло железо. Везде пошло железо. Шестеренки лишние. Избыток шестеренок. Железо, что там? О, конвейеры пошли. Сейчас пойдет конвейер первый. Или не пойдет? Пойдет. Сейчас шестереночка пойдет первая. Сколько надо железа? Два железа. За одну шестеренку. О, конвейер пошли. О, два конвейера здесь есть. Теперь надо инзертеры. Также. Так.
Шестеренка. Фабрика. С шестеренками. Шестеренка, давай. И железо на шестеренку. Зертер. Подлагивает. Эх. Компьютер слабоват. Для современного ютубинга. И конвейер. Так, шестеренку. Шестеренку отправили. Что еще надо отправить? Железо отправил, шестеренку отправил. Зеленая схема. Медь. Медная проволочка и опять же железо. Да, медная схема нужна. Ставлю фабрику. Последнюю. Ой, чертеж-то мне не нужен этот. Я его для образца сделал. Удалю. Значит, что? Вот, можно апгрейдить. Здорово. Удалил. Чертеж ненужный. Я фабрику хотел поставить. Вот сюда. Фабрика будет с чем я забыл? С зеленой схемой. Микросхемы. Чипы. Электроническая схема. Электронная схема. Железный слиток. И медь. Ну, железо мы сейчас подведем. Опять же. Хоть бы конвейера. Скорости конвейера. Проблема — это скорость конвейера. Если не хватит скорости конвейера, продукция не будет доходить. Так, и железная медная проволочка. Еще фабрику поставлю. Медная проволочка пошла. О, сюда надо медь тянуть. Протянем. Конвейеров полно. 529 конвейеров. Полно конвейеров. И медь есть. И конвейеры есть. Как мне ее провести? В обход как-то, чтобы не мешало нигде. А. Знаю как. Вот так поверну. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Вот так. А потом угадайте, что? Вот это подземный подкоп. Готово. Опять подземный. Пошел. Подземный. Опять. Вот сюда вот. Это пошло сюда. Медь. Ой. Камень надо еще не загородить. Повернули. Ну, медь нигде не нужна, только здесь нужна. Как интересно. Вот сюда вот. Все. Автоматическое производство зеленых бутылочек начинается. Только электричество подведу. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Все. А, надо теперь вот это транспортировать. Конвейер, инзертер. О, инзертеры заканчиваются. Удивительно, сколько их нужно много. Медь нужна, да? Медь. Пойду за медью. Чтобы сделать побольше инзертеров. Где медь? А я сундук с медью не сделал, у меня медь вся расходуется. И майнеров всего лишь два. А, вот. Вот же у меня медь для крафта. Специальная. Так, сделаю инзертеров. Раз, два, три, четыре, пять. 25 инзертеров. 30. Сейчас первые 5 приготовятся, и я буду уже спокоен. А это куда шло? В никуда. Столбики в никуда. А, зеленые схемки куда пойдут? Сюда, наверное. Угу. Вот это проблематично. Как же я их проведу? Наверное, вот здесь вот
Да. Справа. Вот здесь вот. Вот так вот. Ну-ка, электричество. Деревянные столбики очень дешевые. Их можно делать много. Конвертер. Конвертер, и кажется, все теперь. Столбик. Вроде все. Шестеренки подвел. Железо подвел. Опа. Ай. А куда я хожу? О, их 5 штучек набралось. Их надо теперь сюда отправить. Опять же, по правой половине. По правой стороне я их отправлю. Вот так вот аккуратненько. Чтобы ничего не сломать неосторожным движением. Так. Все. Ой. Готово. Все. Автоматическое производство зеленых бутылочек запущено. Теперь моя задача это все расширить, масштабировать. По мере увеличения добычи ресурсов я могу добавлять производство в зависимости от того, чего не хватает. Добавлять туда буду производство таких предметов, излишки которых оставаться не будут. По такому принципу я работаю. Если я вижу, что излишков чего-то нет, значит имеет место дефицит товара, значит нужно увеличивать производство. И так по каждой позиции увеличиваю постепенно. Потом можно апгрейдить с помощью зеленой кнопочки. Вот так вот. Нажимаю. О, и все апгрейдится. И в правом уголочке я вижу, что появится. Страшно даже нажимать. Без роботов не получится апгрейдить. Вручную надо будет. Или нет. Даже не знаю. А я могу? Ну, у меня нету научного исследования такого пока. А чё же не производится-то? А! Пошла первая зеленая бутылочка, что ли? А вот вторая... А, они еще не доехали. О, вот они. О! Можно третью поставить лабораторию. Я смотрю. Профицит бутылочек. Вот как. Одна фабрика зеленых бутылок обеспечивает работу 3 лабораторий. Или 2,5. Ну, индикатор состояния пошел. И сразу прыгнул на производство солнечных батарей. Это позволит мне, опять напоминаю, экономить уголь. А уголь очень нужен будет на старте игры. А потом зачем мне нужен будет? А, потом уголь понадобится уже в качестве не в качестве топлива, а в качестве сырья для производства пластика. И только для этого. И расход угля уменьшится. Причем такой парадокс будет, что если я, конечно, если жуки меня не победят, спрос на уголь уменьшится, а открыто его будет много, больше, чем я смогу его истратить. Потом появится возможность очищения угля. Но это потом. Да и это не нужно, я думаю. Так, здесь у нас 500 угля. 500 тысяч, тут 1 300 000. Железа нету. Удивительно. Это еще мы не открыли. Радар откроет потом. Сейчас вот этот квадратик открылся. Вот этот квадратик открылся. Дерево сухое только. Сухостой.
И закрылся. Молодец, радар. О, и тут железо. О, миллион железа. Будет куда бежать. Будет чего захватывать. У жуков отнимать. Как же бегать мне туда-сюда? Защищаться. Конвейерами. Буду как-то выходить из положения. Конвейеры будут мне на огромное расстояние все доставлять. Это у меня такая база получается конвейерная.